Грядки горят. Кто меня и выкинул в машину? Блин, Сандерс, это Соляра был. Бля, хорош. У нас кто меня? Соляра. Ты понимаешь, что грядки, они или 2 минуты назад, или, короче, или минуту уже как сезон. Поехали, поехали. Конерка прикол. Блядь, кто колеса с колесом? Мало отстал. Кто колесо поставил? Кто колеса прострелил, тому Димонова все время. Ладина, блядь, всё. Нету ничего нового на стоит. А, давай, давай, давай. Поехали, поехали. Так, надо самого мяску маску наклеить. Надо как-нибудь. Чё, не будем ставить никого, просто поедем? Поехали, поехали. А, ну вы опоздали. Да. Двое пацанов. 11 стек, но нет, не созрело. Резче едьте, резче. Чем? Давай, Сантос, резче, 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 ща вдвоем разнесем всех. Тут нет, уже это. Этот, но она еще не сошла. Малый астек, малый астек. Не, резче едьте там, колонны, нафиг это. А че мы так поехали? Сейчас астек соберет, то все. Он там один шел. Ну да, он один, но блин, я не знаю сколько по времени. Блять, пинглы жестко, конечно. У вас две минуты еще есть. И колонна поехали. Даже успеет доехать. Как вы быстрее проехать? По кустам мы не проедем, да? А куда ты? Ну... Ой. Едьте сами на Малайской. Я надеюсь, вы приехали, потому что я уже там. Во, Энрике, да, молодец. Речи все едет. Тихо. Чисто соляра палится, короче. Так, вы тачки не просто так бросаете, все-таки цепляете? Марко. О, Лукас Сантана, тихо. Нет. Этого я лично пристрелю. Полчаса иду. Да. Так, Эрнесто Марко. Фокс, как выйдет из АФК, бежите, если он вообще выйдет, конечно. Марко. А, что такое? Где вы? Малый астек притон. Отцепляйте, быстренько, ЛСПД машину подгоните к вашему ранчо, пожалуйста. Сюда ранчо, вам вы не хотите его увязать, его вместе с ним. Вот. Кого вязать? 826. Что с этим делать? А, вяжите, вяжите. У кого есть дубинка, вяжите. У меня нет дубинки. Обоих вяжите. Вяжи его, Рональд. Они охнутся сейчас по-любому. А я слежу за ним. А, ну тогда. Да, у нас есть соляр. Я только сюда приехал, алло, что вы делаете? Он сбивает анимацию. Он забил. Дай ему ванну за сбив, короче, то и все. Но я слежу, так вы... Почему он не... это не свяжется? Так он в машину садится, вот еще прикол. Видишь, 363. То есть 336. Айди что. А вот скопался. А, я вижу. Идет еще, да? Куда ему? Куда ему? Держать его в машину. Я не знаю, что снимать, конечно. Да нет, куда его? Добрый какой. Куда он еще и армор юзнул? Ну просто... А че ему дать-то? Какую статью? Да все, спыль, пускай спыль все. Наркотиков, дай ему-то и все. Проникновение на охраняемую проникновение. Вот, нет, не попросту, надо... Да, запрещенные вещи. Чем охраняются? Кто-нибудь... Фига, Эдмонд уже собирает. Тогда я тоже буду собирать. Что с ним делать-то? Куда ему? Куда? В машину? Ты можешь его посадить? Чего куда? Вон ту же ЛСПДшную, берешь одного сотрудника и уезжаешь. Не в каталажку такую большую. Там в читаха есть наша. Может, я видел, и... я видел. Да, или вон читаха там есть, берешь и садишь и уезжаешь. Вик, давай ему за маску. Сорвись ему маску. Сейчас. И погнали эту землю. Давай, прыгай в тачку. Давайте еще к ним большой астек. Сейчас все на большой, большой астек собираемся. Марко, можно, да, читаху где? Да, можно. На большой астек все перебегаем. И тачки берите с собой. Тачки, что вы их здесь оставляете? Лукаса Сантана пристрелите нахрен. Это если что, такой негр на скутере. А, пустой. Пустой, окей. Значит, машины берем и все, и сворачиваемся. Так. Пишите в департамент, что сворачиваемся. Так, мне бы сесть в жмыхолёт. Объекты, да, объекты уберите.
И где-то еще есть объекты оставлены. Вроде бы нет. Убирай. Все. Махолёт ходячий, но я не знаю. Что за Русь? Всем спасибо, до свидания. Напиши, пожалуйста, в департамент. Спит, я кончу. За что ему выдать, слушай? За ношением маски. Все, до свидания. Всем спасибо.